Самое страшное положение человека будет – это судный день. В судный день, уважаемые братья, пророки, посланники будут говорить, что я не смогу вам ничем помочь. Я-тазирун. То есть они не будут помогать, не будут заступниками. Однако пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, фаякулю наби, саллаллаху алейхи вассалям, ана лаха. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, я знаю, как попросить Аллаха в судный день заступничества. Я попрошу. Кали, сказали, как же? Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, кали, фаазхаб, фаанталику, фаасджуду тахта арши. Я пойду и сделаю земной поклон под троном Всевышнего Аллаха, субханаху ва та'аля. فَأَحْمَدُ رَبِّي بِمَحَامِدَ عَلَّمَنِيهَا И буду восхвалять Аллаха тем образом, которым Он меня обучил. Самое тяжелое состояние, самое тяжелое положение, судный день. Но однако Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, знает ключ к этому. И сказал, я пойду к Аллаху, субханаху ва-та'аля, сделаю земной поклон, сажда под аршем, под троном Всевышнего Аллаха, субханаху ва-та'аля. Буду восхвалять теми восхвалениями, которыми Он меня обучал. Какой же результат? В судный день пророк Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, скажет, «Я Мухаммад, ирфа' ра'сак, васаль ту'та, вашфа' тушафа'». «О Мухаммад, подними голову, проси, я тебе дам, проси заступничество, ты будешь заступником». Саллаллаху алейхи вассалям.